2024 года начинается новый ряд телешоу и кино на Netflix. Не знаю, что в этом месяце может быть не так много событий, как в последнем, все еще много интересных новинок, которые подписчики Netflix не захотят пропустить. У нас есть информация о некоторых интересных моментах, так что оставайтесь с нами, чтобы увидеть, что будет дальше. Если вам нужны новые рекомендации, не ищите больше, мы поможем. Итак, без дальнейшего промедления, начинаем. В моем месте готовьтесь к ожидаемому выпуску второго сезона «Проснулся вампиром». Мистический сериал, который появится на экранах Netflix 4 апреля 2024 года, создан звездами «Другого королевства» Галином Чангом и Мико Сази, обещая необещанное приключение. Томас Вайлич переносит зрителей в мир, полный тайн и чудес. На шестом месте захватывающий триллер «Рипли». Подготовьтесь к премьере на Netflix 4 апреля 2024 года, где перенесемся в Нью-Йорк начала 60-х. Следуем за Рипли, мастером своего дела, ему поручено сложное задание. Он наник богатого промышленника, чтобы найти его сына, Ди Кринелли, из Италии. Рипли погружается в паутину коварства и преступлений. В главных ролях Эндрю Скотт, Джонни Флинн и Дакота Феннинг. Режиссер Стивен Зайлен. Рипли – захватывающий рассказ с интригой, удерживающий в напряжении до конца. Не пропустите это приключение на уровне Нью-Йорка и за его пределами. А теперь переходим к следующему на пятом месте – «Паразит Азит». Первый сезон научно-фантастического сериала будет на Netflix 5 апреля 2024 года. Человечество сталкивается с ужасом, когда неизвестные паразиты контролируют людей, даруя им новую силу. В главных ролях – Леон, Сони и Го Гё Хун. Фильм режиссера Йон Сан Хо «Паразит Кри». Ребята, не пропустите это сейчас на четвертом месте. Открытый тюремный эксперимент. С 10 апреля 2024 года на Netflix вы окажетесь в арканианской тюрьме с Эриком Хиггинсом, ведущим новаторский эксперимент. В этом реалити-шоу мы увидим преображение от большей свободы для заключенных. Эрик Хиггинс покажется нам в этой серии. На третьем месте возвращаемся в школу разбитых сердец. Во втором сезоне, 11 апреля 2024 года, на Netflix драматический и романтический сериал о жизни героев с участием нового учителя и таинственного нападающего, еще новыми лицами, и ситуация встряхнута. Надежды на мирный срок разрушаются, когда гонка за звание капитана привносит грязные тактики в Бонд Хартли Хай. С участием Аши Мэдден, Джеймса Маджуса и Хлои Хейден под режиссурой Ханны Гаров, Джобман, «Школа разбитых сердец», обещает еще один сезон, наполненный драмой, романтикой и неожиданными поворотами. Теперь на втором месте отметьте в своих календарях выход пятой части «Апшоу» на 18 апреля 2024 года, громогласного ситкома, созданного удостоенным премии «Эмми», стендап-комиком, актрисой и писательницей Рондой Сайкс в сотрудничестве с Региной Вейхакс, известной благодаря «Сексу в большом городе». Поколение Кенни предлагает занятный взгляд на жизнь замороченной семьи Апшоу из Индианаполиса, Индиана. Занимая первое место, отметьте в своих календарях долгожданный релиз второй части «Мятежной луны» «Пугало» 19 апреля 2024 года. Готовьтесь к остросюжетной научно-фантастике, когда эпическая космическая одиссея Зака Снайдера продолжит разворачиваться. Сюжет разворачивается в вымышленной галактике под властью империалистического материнского мира, где военное превосходство Империума угрожает мирной фермерской колонии на Луне из-за голодающего мира. София Рутефия, Делмона Хаунслоу и Эда Скрина под руководством идеолога-режиссера Зака Снайдера. «Мятежная луна. Часть 2» обещает острые ощущения, взрывы и множество фантастических миров. Вот и списки перед вами. 7 потрясающих шоу появятся на Netflix этим апрелем, и вы точно не захотите пропустить. Неважно.